Чувашии заработал мобильный интернет четвертого поколения 4G. Чебоксары стали 9-м городом в Поволжье, где появилась высокоскоростная сеть. Вчера на пресс-конференции об этом рассказали министр информационной политики и массовых коммуникаций, руководитель Роскомнадзора и директор поволжского филиала ОАО «Мегафон». Сегодня в Чувашии почти 40% абонентов пользуются мобильным интернетом. 4G позволит сделать нашу жизнь более современной, нас с вами более мобильными. Ну и таковой сделает и Чувашскую республику. Скорость 4G примерно в 6-7 раз выше, чем в сетях третьего поколения, а задержка прохождения данных почти вдвое меньше. Средняя скорость 4G интернета составляет 10-20 мегабит в секунду. По словам Александра Григорьева, в Чебоксарах при тестировании максимальное значение скорости достигало 80 мегабит в секунду. Сейчас компания выводит на рынок устройства, которые могут улучшить доступ к мобильному интернету 4G. Мы сразу же озаботились задачей создания хорошего ассортимента клиентских продуктов. Их пока, конечно, десятками нельзя исчислять. Это пока несколько устройств, которые мы хотим сегодня показать. Но, в общем-то, они уже сегодня покрывают практически полный спектр тех потребностей, которые могут быть. И, конечно же, первый из них – это модемы. Вот здесь представлен первый модем, который мы начали представлять на рынке. Это так называемый модем-вездеход. Сеть четвертого поколения позволит быстрее и комфортнее работать с объемным интернет-контентом, играть в онлайн-игры, смотреть в сети фильмы в высоком разрешении. Все данные преимущества собравшиеся могли оценить самостоятельно. Компания организовала небольшое тестирование высокоскоростной сети. На начальном этапе высокоскоростная сеть покрывает основную часть Чебоксар. В будущем году мобильным интернетом 4G запланировано охватить наиболее крупные районные центры и Новочебоксарск. Сегодня мы стали свидетелями того, каким должен быть интернет в 21 веке. Сегодня мы открываем доступ к Чебоксарскому к сети четвертого поколения. Ну что, запускаем? Итак, запускаем. На 3-4. Поехали. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика.